Мы постоянно слышим обстрелы. Стало боязгли. Я помню, когда были очень сильно военные действия, распространились по Донбассу, мне родители вывезли на год в Киев, потому что у нас прекратилось обучение в школе. И когда там что-то резко шевельнулось, резко дернулось, меня просто переклинило, мне было очень сильно страшно. И это просто такое, все, типа, паника, куда бежать, куда идти, если там кто-то нечаянно дверь громко закрыл в классе. Начали сильно выпадать волосы из-за того, что нервы, все влияет на это, на гормональный фон. Мне помогает отвлечься от стресса все, что меня как-то занимает. Я занималась музыкой после общеобразовательной школы, обычно иду в музыкалку, или ко мне учитель приезжает. Очень много читаю литературу, собираю свою библиотеку. Предпочитаю классическую литературу, там, 18-19 столетия. Преподаю в воскресной школе, и сейчас мне вообще пианино мало, я по наставлению отца начала заниматься на баяне, аккордеоне и скрипке. Я не за... Остряю свое внимание на стрессе, который окружает меня, помогаю, стараюсь помочь другим как бы выйти из этой стрессовой ситуации. Я президент школьного парламента, заступник девичьего главы КБШ, комитета безопасности школы. Мы организовываем с КБШ всякие тренинги. Я жду мира.